Всем привет! Сегодня у нас будет маленький экскурс в историю, вот, а именно так, как к нам эта история вся доходит. Из всего наличия этих приборов нас будет, наверное, интересовать больше всего радиостанция. Так, попробуем посмотреть, что здесь есть интересного. В данный момент хочу сказать пару слов о вот этой вот радиостанции. Чем она достопримечательна? Из всего, что может выделиться, индикация. Собственно говоря, о ней и пойдет речь. Данная индикация реализована на лампах накаливания, в прямом смысле этого слова. Внутри стоят маленькие лампочки-индикаторы, тем самым формируется знакосинтезирующий индикатор, показывает циферки, частоту рабочую. Попробуем поближе посмотреть. Так. Как-то вот так вот выглядит. Семисегментный индикатор на базе ламп накаливания. Элементарное переключение. В принципе, без инерции, без чего-либо. Достаточно хорошая читаемость, на удивление, даже при ярком солнечном свете. Вот такие вот дела. Что хочется сказать. Эта радиостанция выпущена по тем данным, которые я смог узнать, порядка 30 лет назад. Этот самолет... Тоже по тем данным, то, что мне удалось узнать, достаточно активно эксплуатировался в Соединенных Штатах за всю свою жизнь. И теперь вот он попал к нам. Также эксплуатируется в Украине. Эта радиостанция ни разу не была в ремонте. Все индикаторы, которые у нее имеются, ну, на базе ламп накаливания, все полностью работоспособны. Есть небольшая деградация, есть видно, что нити накаливания... Немножечко поплыли, не сгибаются, немножечко такое и есть. Но что хочется сказать, 30 лет работы этого индикатора безотказны. Это достаточно хороший срок, это очень серьезный показатель. Если я не ошибаюсь, в Советском Союзе тоже были разработаны подобные, или разрабатывались, и даже были подобные индикаторы на базе ламп накаливания. Но большой живучестью они не отличились. Достаточно с малый срок службы. А здесь же, опять повторюсь, срок службы этих ламп на данный момент 30 лет. Они работают уже 30 лет. Превосходно. Они не менялись, не ремонтировались. Прекрасная читаемость. Можно посмотреть. Даже в яркий солнечный день никаких претензий к ним нету. Вот такие вот американские технологии, господа. Данная радиостанция — это радиостанция авиационного диапазона. Она, по-моему, совмещенная с маяком, с навигационным оборудованием. Вот есть, конечно же, время берет свое, есть небольшие с ней вопросы, есть небольшие проблемы, но тем не менее, опять же, напомню о том, что ей 30 лет, это достаточно интересно и большой срок условно безотказной работы. Такие вот дела, друзья.